Uncle, can you stop? Sorry. Where you? North with you. With the window. Thank you, bro, very much. Ты что, совсем охренел, чувак? В смысле? В смысле? Ты что, не пялишься на него? Да даже самый тупой полицейский, работающий всего второй день, так и мелкает, что дурь у тебя. Моментально окажешься за решеткой, чувак. Рад тебя видеть, мистер Большая Шишка. Правда, очень рад. Капитан Воротило заехал поболтать со старыми друзьями. Да просто беспокоюсь о вас, чуваки, всего и делов. У меня нет выбора, IQ моего помощника стремится к нулю. Эй, Энри, иди сюда. Я, конечно, могу поступить как ты. Свалить отсюда нахрен. Начать с мужиками трахаться, все дела. Не трахаюсь я с мужиками, братан. Ясно, я работаю в лучших клубах города, и никуда я не сбегал. Я в 10 минутах езды на поезде. В 10 минутах, мать твою. Как сварите? Там как будто другая страна. 10 минут, мать твою. Я тебе покажу 10 минут. Ты сбежал. Да, конечно, рассказывай. Ладно, проехали. Проехали. Нужна работа, братан? Я устрою тебя на работу, ты же знаешь. Да, да, конечно, мне нужна работа. Я хочу отсасывать стареющему плейбою и получать за это деньги. Страсть, я хочу такую работу. Запиши меня, мать твою. Ну ты и гандон. Тебе виднее. Энрике, пожалуйста, сделай штат, чтобы это придурок заткнулся. Прости, мужик, просто я соскучился по тебе. Может, я слегка грубовато выразился, но мы ведь были как братья. Ой, Локо, мы и сейчас как братья. Просто это не значит, что мы должны жить здесь и толкать наркоту всякой эпопеи с золотами. А еще ведь о том, какой могла бы быть наша жизнь. Мы стоим на пороге, мужик. Гребаный Liberty City. Мы можем править этим сраным миром. А ты вот миром правишь или работаешь на побегушках у сраного гомосека? Эй, Тони нормальный парень. Он мне как отец, которого у меня никогда не было. Богатый папик, мать его. Ай, крепитесь на здоровье. Мами! Луис, мальчики. Эй, на миг, кому экстра. Миссис Лопес. Как дела, ребятки? Здравствуйте, миссис Лопес. Эй, Луис, ты выглядишь уставшим. Эй, мами, я ведь работаю. Ну, ты знаешь. Знаю, в этом-то вся и проблема. Когда ты снова начнешь учиться? Ай, мами, por favor. Слышала, ты ведь стал учиться, Армандо? Я собирался стать магистром бизнеса, миссис Лопес. Эй, пошли, мами, мне надо идти, ага. На вот, возьми. Луис, относись к жизни серьезнее, пожалуйста. Не будь как твой отец. Посмотри на брата, на сестру, они такие молодцы. Мами, я знаю, но чего ты ожидала? Мне все время приходится иметь дело с кретинами вроде этих двух, понимаешь? Пока. Пойдем. С кретинами вроде нас, а, братан? Эй, ну ты знаешь, что такое моя мама? Твоя мама – женщина, которую бросили ее собственные дети. Что? Погоди, погоди, погоди. Я знаю, ты думаешь, что мы мелкота, что мы ни черта не можем. Но именно поэтому я к тебе и пришел. Почему? Потому что у нас наклевывается кое-что реальное. Да, в последний раз, когда у нас наклюнулось что-то реальное, я отсидел 2 года. Слушай, я не собираюсь ездить тебе по ушам и говорить, что в этот раз все будет по-другому. Но это так. Это так. Да ладно, поверь мне. Пойдем. У нас наклюнулось дельце в Истхуке. Отвезешь нас туда? Эй, Мандо, Рики, я серьезно, нужно выбираться отсюда. Вам пора завязать с этой хренью и подумать о будущем. У тебя все так просто. Дом Хуан, не понимаю, чем тебе этот район не угодил? Хайтс не так уж и плох. А, ну конечно, ясное дело. Сколько ребят из нашего класса застряли здесь? Из тех, кто чего-нибудь кто-то добился, никто. А вот придурки Оскар, Вилли и Алансо добились, и глянь, где они теперь. Да хрен с ними, у тебя тут же тоже были славные деньки. Не забывай об этом. Помнишь лето 99-го? Ну да, помню, чертовски жаркое оно выдалось в том году, да?
дьявольское пекло 99-го. И мы начали ходить в университет Веспуччи, малыш. Помнишь? Ничто не сравнится со студентками из колледжа. Даже Рики перепала, точно? Да, черт, та библиотекарша. Так ее кочегарил, что у нее очки с нас слетели. Еще бы! Эй, Мандо, все должны когда-нибудь повзрослеть. Но только если при этом не живешь рядом с колледжем. Жизнь идет, а телочки старше не становится. Точно, братан, но я не это имел в виду. Понимаю. Черт, а как там эти гомесы, Луис? Эй, ты же знаешь, я с ними больше не вожусь. Ха-ха, а вот фараоны считают по-другому. Фараоны постоянно спрашивают нас о тебе и о них. Вы видели Луиса Лопеса вместе с гомесами? Вы видели, как мистер Луис Фернандо Лопес встречается с Вилли Валерро? Как будто поговорить больше не о чем. Да, мужик, если уж тебя сцапали с парочкой недоумков, то будут считать тебя заодно с ними до конца твоих дней. Все фараоны тупые, и толку с них никакого. Неудивительно, что в этом городе преступность вышла из-под контроля. Как по мне, так есть и другие причины. Раз уж речь зашла о преступности, какого хрена мы тут забыли? У нас с Рикки новая партия. Эта дрянь так хороша, что с ней мы можем замутить реальный бизнес и поднять нехилые бабки. Дурь, потом деньги, потом девки, д-д-д-д. Такая вот схема, брат. Проще некуда, Рикки. Ты не напомнишь, с чего это я решил поучаствовать в гребаной торговле наркотой? Да я в жизни больше не притронусь к этому дерьму. У меня есть легальный источник дохода. Остынь, у нас просто контрольная встреча с одним парнем, на которой мы уладим кое-какие детали. И если с нами пойдет уважаемый черт вроде тебя, это здорово поможет делу. То есть это только для виду, так? Ты уверен? Ну да, конечно уверен, только для виду. Просто ударим с ним по рукам и все, ничего противозаконного. Твою мать, ладно, ладно, только потому, что я вас люблю, парни, так и знайте. Черт, Манда, ты прав. Что? Этот педик оприходовал нашего дурачка. Он гомик, 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 гомик. Ха-ха, да пошел ты. Тяжелое вооружение – лучшее средство, чтобы убедить в таких недоумках воздержаться от глупостей. Возьми вот автоматический дробовик и пару гранат, Лу. Самое то для дружественного соглашения. Мы встречаемся с ним здесь. Пойдем. Членососы сраные. Попи, как жизнь, старик. Ми, Армано, что хорошего? Да, вот отдыхаем. Ясненько. Попи, как сам? Ты-то как? Эй, а это еще что за клоун нарисовался? Эй, полегче. Эй, это Луис Лопес, наш человек. Эй, ты назвал ему мое имя? Луис, да не зарубайся ты из-за всякой фигни. Попи, бизнесмен, законопослушный. Он наш посредник, самый чистый товар в городе. Вы же знаете, что у меня частяк, верно? За плодородное сотрудничество. Что за херня? Это ж сирены. Ты что, ублюдок, сдал меня, а? Хвост привел, так? Да не было за нами хвоста. Может тебя вели? Да что происходит, братан? Что происходит? Видимо, они прослушивали наши телефоны. Да в жопу такие дела. Любители хреновые, я сваливаю. Требуется специальный отряд. Копы прослушивали твой телефон. Чего ты взял, мать твою? Я слышал кое-какие щелчки, как я сразу не допетрил. Что еще они могли узнать из твоих телефонных разговоров? Это был одноразовый мобильник. Никаких подробностей, только время и место. Надеюсь, они не прихватили вашего посредника. Он знает мое имя. Этому парню не привыкать быть в бегах. Им его не видать. Ты
не вернешься за решетку, Лу. Мы о тебе позаботимся. О, ну да, спасибо, Рики. С товаром можно попрощаться, Рики. Насрать на товар. Главное не подохнуть тут и не загреметь на нары. Давайте лучше выбираться. Солидная деловая встреча, да, Мамбо? Да забей уже, все это дерьмо свинячье. Напомни тебе об этой истории в следующий раз, когда у тебя нарисуется какая-нибудь реальная тема. Слушай, эта тема была реальная некуда. Прости, Лу, мы не хотели втягивать тебя в это дерьмо. Просто помоги мне выбраться из этого, Рики, извинения оставь мне. Эй, у фараонов есть что-нибудь серьезное на нас? Не знаю, было ли что-то до сегодняшнего дня, но теперь явно есть. Копы явно имеют что-то против нас. Это дискриминация. Так ты же в них палишь, Энри. По мне, так у них полное право обижаться. Черт, 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 козлы! Let's go, bitch. Играете не по правилам. Грёбаные копы! Чёрт! О боже, это обязательно? Только не это! Назад я не вернусь! Bye-bye. Мы ничего не сделали! Отвалите, фараоны! Это дискриминация! Фараоны грёбаные! Назад! Козлы! Сволочи в погонах! Знаете? Черт, 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 козлы! Эти парни за решетку не пойдут. Рики, мы уперлись в стенку. Сделай что-нибудь. Долго они не продержатся. Круто сработано. Уходим отсюда. А вот и воздушные войска подтянулись. Эй, Лу, мы задержим этих ребят. Спрячься за машину и сними с кучи людей из рук. Фараоны пытаются стапать нас, прорываемся через них.
Запрыгивай в тачку и поехали. Небольшая заминка с дверью. Погодите. Аннигилятор вернулся. Бежим! С этой фигней мы далеко не уйдем. Посмотри, не припасено ли чего-нибудь для нас в фургоне Нуб. Мать моя женщина, ублюдки из Нуб неплохо укомплектованы. Обернем их оружие против них же. Ладно, поехали назад в Хайтс. Теперь о товаре можно забыть. Столько трудов и все псу под хвост, твою мать. Эй, Армандо, нужно быть поосторожнее с телефонами. Их частенько прослушивают. Чертов закон о патриотизме. Теперь они имеют право к тебе в черепушку влезть и мысли читать. И попробуй возрази. Спасибо за лекцию, профессор. А что, теперь кто 2 года отсидел, тому справку дают, что можно читать курс «Уличная жизнь»? Да это не лекция, я просто приглядываюсь за своими парнями. А разве не этим ты в своих клубах занимаешься? Он поглядывает на парнишек в джинсах со стразами. А, ну надо же, ты не угомонился еще. What a fuck? Подозреваю движущийся на север, на серебряном внедорожнике. Луис, братан, не хочешь, чтобы мы подъехали к тебе в центр и провели лекцию по оформлению интерьера? Или рассказали про бульварных музыкантов? Или как правильно отсосать? Сомневаюсь. О, да, Сабискей, раз уж зашла речь, я не против мастер-класса по отсосам. Слыхал, ты оттачивал свою технику во время последней ходки, Мандо. Мы были просто близкими друзьями, кто бы ничто не говорил тебе. Это все собачья чушь, чушь собачья. Он хороший мужик, у него 3 детей. Кажется, я задел тебя за живое. Кое-кто скучает по сокамернику? Ой-ой-ой. Да пошли вы оба. Не понимаю, почему вы, ребята, все время пытаетесь меня сделать крайним? Это вы попросили меня пойти с вами на дело. Мы просили, чтобы ты мило улыбался. Мы же не думали, что это все пойдет в жопу. Тем не менее, она пошла в жопу, а меня чуть не убили. Так что мне кажется, я имею право сказать вам кое-что. О, Луис, кажется, наделал штаны. Ну давай, говори. Слушай, как ты уже говорил, я не эксперт по этой части, но я тоже управляю кое-каким бизнесом. Ты заведуешь делами Тони, да? Где же тогда бабло? Ты будешь слушать или как? Вы так ничего и не добьетесь, если останетесь обычными уличными барыгами. Есть достаточно олохов, которые смогут сделать эту работу за вас. Пора переходить на другой уровень. Я никогда не треплюсь по телефону. Это все, конечно, хорошо, братан, но у нас нет проблем с продажей. Вопрос в том, где достать товар. О чем ты? Товар валяется по всему городу. Подходи, добери, мать твою. Воровать дурь? Ну вряд ли они тут же побегут вызывать копов, а? Может, ты и прав. Кроме тех денег, что мы получали за присмотр над товаром, больше нам ничего не обламывалось. Мы могли бы рискнуть, щипать по-крупному. Поможешь нам? Ну не знаю, деньги мне бы не помешали, но ведь вы, ребята, клоуны. Луис снова с нами, братан. Я знаю. Поверните направо. Через 800 метров. Поверните налево. Поверните направо. Через 200 метров. Поверните налево. Достигли вашей цели. Спасибо. Знаешь, мне неудобно тебя просить, особенно теперь, когда ты весь из себя такой приличный. Но нам с Рикки нужно провернуть одно серьезное дельце. Но если мы хотим поддерживать свой авторитет на улице, нам бы не помешал кто-то, кому можно доверять. Эй, вы знаете, я говорил, что больше я в это не ввязываюсь. Мне надо подумать. Спасибо, Луис. Увидимся.
Через 100 метров. Поверните направо. GPS-сигнал не найден. Маршрут рассчитывается заново. Сделайте разворот. Через 200 метров поверните направо. GPS-сигнал не найден. Через 200 метров поверните налево. Вы достигли вашей цели.